Сегодня мы будем снимать тренировку хип-хоп группы в этом зале. Не умел — научим, не хочешь — заставим. Взлетай. Мы вернулись с тренировки, сейчас я сбросила все на компьютер, отсматриваю ролики. Вот, мне интересно посмотреть, потому что на тренировке я все время смотрела в основном в камеру, вот, а интересно было понаблюдать за ребятами, потому что все старались, у них классный тренер. Вот, и вообще мне все очень понравилось. Как-нибудь к нам придет Оля и подробнее расскажет об этом проекте. Багирка, скажи привет. Боже мой, тебя вообще невозможно никак отождествить. Сегодня 20.07.2017, я вернулась от стоматолога. Ну-с, продолжим. И нет, это совсем не так было. Это мой любимый стоматолог. Знаете, вот как бы всегда есть любимый мастер. Вот иногда попадаешь случайно к человеку, допустим, к парикмахеру, он тебя единожды стрижет и становится твоим любимым мастером, потому что вы идеально совпадаете. Он понимает, чего ты хочешь, вот, и делает все, как тебе нравится. И тогда и волосы растут хорошо, укладывается, все хорошо. Вот, и вообще все здорово. И, ну, у меня зубы... В общем, акул у меня в роду не было. Зубы у меня очень плохие. Вот я поменяла кучу докторов. У меня была очень хорошая девочка в первой поликлинике, Лера. Но она уехала, кажется, в Испанию. Мы с ней уже не поддерживаем отношения. И я прыгала от доктора к доктору. Вот, ну, все было ничего, но моим зубам не нравилось. То есть в личностном плане, нравится мне или не нравится общаться с человеком, это уже как бы дело десятое. Вот. Но моим зубам не нравились эти доктора. Хотя, собственно, всем нравились. Но нет так нет. И вот я тоже случайно попала к одной девочке, она замечательная. И я просто вот от всей души ее хвалю. Она мне очень нравится, и моим зубам она нравится. И вообще, чтобы не сглазить. Вот. Да я, в общем-то, и сглазить даже не боюсь, потому что у нее очень легкая рука, она очень приятный человек. И походы к стоматологу для меня перестали быть неприятными. Она что, правда с ума сошла, а? Это Sunrain. Солнечный дождь, как это у нас называется, слепой дождь, и 31 градус. Сейчас 6 часов вечера, на улице 31 градус, и только такой безумец, как я, может включать духовку в такую погоду. Причем при неработающем кондиционере. Там вытек фреон, и я его все никак не позову мастеров, чтобы заправили. Но мне нужно это сделать. Мы завтра идем на прогулку с одной моей подружкой, и я хочу сделать нам в дорожку перекус. Вот такие штуковины сейчас у нас идут в духовочку. Что это за хреновина? Правда, выглядит они так, как будто бы подготовлены для того, чтобы в 43-м году под Прохоровкой танки ими забрасывать. Ну, надеюсь, они будут вкусные. Там внутри картошечка с лучком и с грибочками, и сырок. Ну и что? Зато наемся раз и навсегда, как верблюд. А ты не испугался? Щеночек, щеночек. Ти-дин, ти-дин, ти-дин. Сейчас семейство подзаснимем. Прикольно, щеночки. Ведите их сюда, ребят, ведите. Хочу заснять обоих щеночков. Левее бери, левее бери. Левее бери, говорю. Тут грунт мягче. Бэк, родственница твоя. Да, и тоже тут ничего не видно. Просто черное пятнышко. Маленький вот хороший. А куда он делся? Вот он. Мой ты хороший. Ругается. Скажи, обозвали меня что-то? Я маленький ягуарчик. Классный. Все фотографируют всячески у животных, а вот кошку нет. Ну, точно Бэк. И короткая такая же, и хвост такой же короткий. Точно как Бэк моя. Ой-ой-ой, кисюнечка. А, кисюнечка. Эй, покажи личико.
Ну покажи личико. Добрые люди в парк ходят. Кто это? Лошадка. Лошадки из сена печенюшку в ротик положили. Говорю, надо поснимать немножко. Красотищу такую. Оля говорит, кучку лошадиную. А, ой, извините, не Оля, а черный плащ. Как величать-то тебя, да? Я чуть водой не подавилась. Круто. Мы тут немножко... Мы не с той стороны все равно. Да, мы немножко к озерцу от парка Фельдмана решили спуститься. Вот, идем уже минут 10 вообще. Я говорю, тут до Салтыки-то рукой подать осталось. Это мы сейчас, говорит, не с той стороны зашли, мы сейчас обойдем. Конечно, обойдем. Мы, кстати, не обойдем. Не обойдем, да? А, не обойдем. Обойдем? Вот мостик. Это чего? А, мостик, да, это как типа дамбочка вот сзади меня. Окей. Мы сейчас с Олей кушали. Смотрели на лебедей, ко мне красивый плывет какой. А я вспомнила анекдот. Наташа Ростова стоит с, хотела сказать, с Пьером Безуховым. С поручиком Ржевским. Стоят на берегу озера, и она думает, надо о чем-то таком романтическом поговорить с поручиком. Поручик, какое красивое озеро, какие красивые лебеди. Поручик, да, красивые. А вы хотели бы быть лебедем? Что? Голой жопой в холодную воду? Ни за что. Как маленький. Погнали, посмотрим. Я здесь. Иди сюда. Да, а ты же их помнишь, сюда с ними ходил, тут гулял, их запускали сюда в Алию.